вами избирательных блоков, которые представляют вам сегодня свои программы. Пожалуйста. Спасибо. Владимир Щербаков, Михаил Шмаков, Аркадий Вольский. Профсоюзы и промышленники России. Союз труда. Вместе победим. Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – социальная политика. За то ограниченное время, которым я сегодня располагаю, я хотел бы ответить на один, но зато самый важный вопрос. Чем принципиально отличается позиция нашего блока «Союз труда» от всех других предвыборных блоков? Сегодня обещают все. Обещают поднять пенсии, поднять зарплату, увеличить. Нам нужна сильная социальная политика. Вы должны понять, что это не просто гуманизм, это не просто обещание. Это цель нашей жизни. Без сильной социальной политики, без богатого населения производитель не нужен. Мы умрем тогда, умрем вместе с покупателем. Поэтому, когда мы говорим, что мы проведем сильную социальную политику и найдем на нее деньги, верьте нам. 17 декабря вы должны будете сделать выбор. Сделайте его. Наш номер 32. Шаг за шагом. От победы к победе. Владимир Щербаков. Умение побеждать. Сегодня у нас выступают общественное объединение «Яблоко», блок «Власть народу», внепартийное движение «Общее дело» и избирательный блок 89 по числу регионов России. Мы говорим «Яблоко», подразумеваем Явлинский. Григорий Алексеевич у нас в студии последний раз за эту избирательную кампанию. К нам приходит много писем от самых простых людей, которые говорят, вот вы там все выучились бесплатно при советской власти, а теперь эту власть хаете. И чем больше вы ее хаете, тем больше мы будем голосовать за коммунистов. Что бы вы ответили авторам таких писем? Доброе утро. Ну, думаю, что правильно говорят. Дело в том, что при советской власти у очень многих людей была их юность, они прожили всю свою жизнь. Огромное количество людей в нашей стране были коммунистами. Вовсе не все они были руководителями коммунистической партии. И вовсе не на всех из них лежит тот грех, о котором вы, наверное, думаете и подразумеваете, когда говорите об этом. Но в этой связи я хотел сказать вам, что главная задача, которую мы видим перед собой, главная задача «Яблока» — это не борьба с коммунистами и с коммунизмом. Мы боремся не с коммунизмом, мы боремся с нищетой. С нищетой и бедностью в России. Смысл нашей экономической программы — это борьба с бедностью и нищетой. Вот главная проблема России. Вот что сегодня происходит. А наше сегодняшнее правительство своей экономической политикой рождает бедность и нищету буквально каждый день. Не платит зарплату, не платит пенсии, не дает возможности людям учиться столько, сколько им нужно, выполнить и написать. И кто этого не в состоянии сделать и пользуется лишь бумажками? Люди определят это довольно легко, особенно глядя в глаза. Спасибо большое. Пожелаем того, чтобы все сбылось так, как вы говорите. Спасибо.
человеческий фактор. Чем бы ни занимались советские люди, он самый главный. Он суть жизни и смысл ее. Председатель Совмина СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея. Кажущийся таким далеким и безмятежным 85-й год. А был и год 90-й, когда Горбачев с Ельциным вынудили Рыжкова уйти. Сегодня он возвращается в политику как лидер избирательного блока «Власть народу». Но я не могу равнодушно смотреть то, что происходит в стране. Я думаю, что наступает тот момент, когда действительно, если ничего не изменится в стране, то будут необратимые процессы. Что можно сделать для того, чтобы исправить положение? Волшебных решений нет. Нужна антикризисная программа. Нужно у предвыборного объединения есть антикризисная программа. Есть лидер, который знает, как эту программу осуществлять. Это Николай Иванович Рыжков. Он имеет репутацию и авторитет в мире и в стране. А власть обязана народу дать то, что народ заслужил. Понимаете, если народ эту власть выбирает, власть обязана народу дать. Понимаете, народ оказал доверие этой власти. Так пусть отдадут народу то, что ему принадлежит по праву. Пусть вернут ему рабочие места на народу. Мы все были очень серьезные, по крайней мере, в нашем блоке. И я уверен в этом. И люди, которые хотят внести свой вклад в улучшение положения. Вот, и в жизни я уже доказал, что если я за что-то берусь, то берусь серьезно. Настроение оппозиции выразил депутат Сергей Бабурин. Мы считаем справедливым и законным сохранение Южных Курильских островов как составной части России. Депутат Бабурин поставил вопрос о доверии правительству. Сумеем ли мы сейчас парламентским путем изменить нашу внутреннюю и внешнюю политику? Скорректировать деятельность исполнительной власти. Если сумеем, значит, мы сохраняем гражданский мир. Если не сумеем, налицо будет полная катастрофа. Власть народу – это действительно альтернатива нынешней. Я хочу, чтобы мы были вместе. Я хочу, чтобы мы вместе боролись за нашу великую Россию. Я буду всегда вместе с вами. Колхозник, фермер смогли реализовать сами себя, если они этого захотели. Наш номер 15, наш символ – белочка. А лидеры нашего движения – вот такие хорошие мы. Ирина Хакамада. У нас 5 золотых, так? 5 надо, не делится? Не делится, да? Попробуем разделить на 5. Получается 1. Получай. Ты меня не путай. Блин, ну когда я тебя путала? Ты меня не путай. Ну когда я тебя путала? У нас 4 золотых? 4. Ну 4 на 5 не делится? Не делится. Вот если ты не делаешь, половину и возьму. Я всегда рада служить.
обманула. Да? Избавим Россию от толстых жирных котов, хитрых лис и прочего жулья. Это же наше общее дело. Почти всю жизнь. Любить и беречь землю – наше общее дело. Дорогие друзья, пришло Белочка. Что орешки грызет не простые, а золотые. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Для всех. Для каждого. Для тебя. Блок 89 во главу угла ставит небольшие проблемы обычных людей. Мы убеждены, что именно из решения конкретных вопросов, волнующих людей на местах и понятных каждому, вырастет та большая программа. Эти деньги, потому что растащить их, это значит залезть в свой собственный карман. Ведь сами же банкиры будут делать взносы в фонд, и сами они этим фондом будут управлять. Для каждого. Для тебя. Петр Сергеевич, миллионы наших сограждан обмануты разного рода аферистами. Деньги не возвращены. С этими предложениями Блок 89 идет в Государственную Думу. Для всех. Для каждого. Для тебя. Сегодня моя задача представить вам очередные 4 избирательных блока. А начинаем мы с избирательного блока «Общее дело». «Общее дело» сегодня представит перед вами его лидер Ирина Хакамада. Ирина, давайте начнем с конца. Если вы накануне выборов почувствуете или узнаете, что вашему блоку не грозит преодолеть 5%, вам избирательный блок «Преображение Отечества». Преображение Отечества – единственное движение за самостоятельность и достойную жизнь регионов. Мы думаем о каждом городе, о каждом доме. Движение регионов преображает Отечество. Избирательный блок «Преображение Отечества» перед вами сегодня представляют Вениамин Голубицкий и Анатолий Катков. Господа, я только что вернулся с востока страны, и этот блок перед вами сегодня представляют Андрей Цветнов и Арнольд Орловский. Господа, я предлагаю начать с разговора о мертвых. Живые еще подождут. Я недавно узнал, что около 500 000 россиян не востребованы сегодня из моргов, поскольку не на что их похоронить.
Я считаю, что это большое наше живых преступление перед... Вопрос о судьбе реформ, цене реформ, пожалуй, один из главных в сегодняшней России. Получая таких немало. Ну вот, например, кто виноват в том, что реформы в России проходят так мучительно? Или другой? Никогда никакая реформа не должна делать жизнь хуже. Почему после ваших реформ жизнь конкретного города Северодвинска стала относительно той жизни, которую вы клянете, как коммунист, своих старых товарищей, которые вас выучили? Клянете, говорите плохо. Почему вы уничтожаете этот город? Сказали? Все. Все прекрасно. Давайте отвечу. Я очень... В 93-м году ваш лидер, вы, по-моему, его партию представляете. Это не партия, это просто... Ваш лидер, вот вы задали вопрос, теперь послушайте. Слушай. Господин Жириновский сказал, вы меня выберете, я решу ваши проблемы. Вы будете жить лучше, намного лучше. Господин Жириновский много раз сказал, мы партия, победившая на выборах. Вот теперь мы выполним свои обещания. В отличие от нас, мы когда начинали реформы, начинали в условиях полного развала, как я уже сказал, в 91-м году. Не знаю, может, у вас жизнь здесь была сахарная, в России сахарная она не была. Было бы наивно просить хоть сколько-нибудь лет спокойствия. Я, естественно, не решаюсь просить этого ни у общества, ни у народных депутатов. Единственное, чего я прошу, это понимание сложности и критичности нынешней ситуации в России, самоубийственности конфронтационной политики, необходимости сохранения политической стабильности. Был 11 месяц. Мы сделали строго то, что можно было сделать за это время. У нас нет дефицита, нет очередей, у нас конвертируемый рубль. Любое другое правительство справилось бы еще хуже. Можно посмотреть, что получилось у тех, кто шел вместе с нами, но получил не 11 месяцев, а эти 3 года. Ну, например, Польша. За экономику, за реформу, за рынок, но не за базар. Виктор Степанович Черномырдин в декабре 92-го, собиравшийся строить рынок без базара, за эти являются реальные шансы того, что мы перейдем от деления постоянно сокращающегося пирога к экономическому росту в России. А значит, появятся деньги для решения наиболее острых социальных проблем, значит, начнет расти благосостояние. Именно поэтому сегодня так страшно обидно было бы сорваться с этого пути, попытаться еще раз броситься безнадежно назад. Потому-то так важно сделать разумный выбор 17 декабря 1995 года. Сделай разумный выбор. Демократический выбор России. 23-й в избирательном бюллетене. Прощаюсь на сегодня. Я очень прошу вас, уважаемые телезрители, думайте сами, решайте сами, понимая, только вы сами отвечаете перед своим будущим. До свидания. Восемнадцать часов 40 минут. Да, согласие. Согласие, порядок, мир. Голосуйте за блок Ивана Рыбкина номер 38. Голосуем за Ивана. Цвет не имеет значения, когда форма совершенна. Каминные часы Кросна